4 января 2012 года. Алтеслагер. Последний наш видеоролик мы сделали с вами примерно в этом месте. Вон там на углу мы его прекратили съемку. Никто не признался, что это за городок. Кто-то называл 4-м, я тоже было согласился. Потом все выяснилось, не 4-м. Так вот, мы продолжаем начатый нами видеоролик. Будет второй, как бы, с этим участком. Но мы перейдем эту дорогу по Трейбриджен-штрассе и попадем в 6-й городок. Что 6-й городок не вызывает сомнения. Я уверен в этом. Это я знал, забыл. Да, мы тут с вами уже были, наш последний визит. Участники группы изъявили желание пройти по маршруту, который мы сейчас будем идти. Да, это вот здание, которое мы уже минули, это детский садик. Что было в те добрые старые времена, не могу знать. Это для них корт. Но пацанов, игровая площадка, далее более обустроенная территория. Вот мы идем с вами. Многие вспомнят этот маршрут. Ну и ранее у нас был на видео. И я делал видеоролики с участием этой улицы. И проезжая на велосипеде, на авто. Ну, сегодня мы пройдем пешком. Это здание продается. Был магазин. Очень. С самого начала, как ушли наши войска, он прекратил существование свое. Вот 6-й городок. В него мы и пройдем. Проглядывается здание одно, которое не востребовано. Его, конечно, снесли. Этот забор, видимо, еще из тех добрых старых времен остался. А мы пойдем сюда. Там на перекрестке. Сдается мне, недавно делал видео с участием этого 6-го городка. Да, ну делаем еще. Если даже он и был ролик, то был летом. Подозреваю, что в школу ходили дети там, где на перекрестке направо. Но вот здесь тоже можно было пройти, выйдя через ЖД и далее туда на площадку, где находился КПП летчика. Машины пройдут, убедились, что никто нам не мешает. Переходим по улице. Вон впереди нас идут дети из детского сада, группа. Сейчас мы покажем. Сзади нас какое-то предприятие. Не знаю. Я знаю, там есть магазин по продаже напитков разных. А мы идем дальше. Улица Теодор Кёрнер, штрассе. Вон дети. Какая-то начальная, видимо, группа. Все дома, конечно, мы не сможем захватить в один видеоролик. Ну, какую-то часть. Вон дети уже идут назад. Сейчас мы сделаем еще фото. Фото этих домов, вообще всех домов. Есть в альбомах группы. Повторяться нет смысла. Может, кто узнает,
свои дома, свой маршрут. Тепло, 8 градусов. Сейчас утро. Относительно, конечно, что это утро. 10 часов. Дождя нет, но вот-вот начнется. Пользуясь случаем. Сделайте так рукой. Это наша соотечественника. Соотечественница. Спасибо. Попали в историю. Вон два молодых человека, тоже с того же бассейна. Сейчас будут, видимо, как-то проявлять свое внимание. Ну что я говорил, вот, радуются они все. Это наши соотечественники, тут живут в 6-м городке. Мы подойдем к ним попозже. Сейчас же посмотрим на эти дома. И вот эта улица, по этой улице можно было выйти на переход через ЖД, который вел, дорога, которая вела в школу. Попробуем еще немножко пройти, чтобы хоть обозначить свое присутствие на этой дороге. Дома, конечно, эти сейчас сложно узнать. Все они реставрированы, приведены в порядок. А вот домик за теми молодыми людьми, не повезло ему, будет снесен. Вот обозначаем наше движение. Гудмоген. Дорога, видимо, мощенная еще была бетонными плитами. Она, видимо, в добрые старые времена, когда мы здесь ходили с вами. И вот так можно выйти было через ЖД к школе, но прежде через пройти через КПП летчиков. Надеюсь, я удовлетворил любопытство или интерес участников группы к 6-му городку. Да. На этом заканчиваем видеоролик. У нас еще есть 2 минуты. Мы еще вернемся. Я думаю, что-либо. Осталась одна ЖД-колея. Вот вы ее видите, просматривается. Вот русская речь мы слышим. Кто не слышал, сейчас увидим. Вот. Попала в историю Олеся. Олеся, попала в историю. Помахай еще раз рукой. Все, поздно. 5 евро отдашь. Да. Видите, так я разбогатею. Скоро. Ну да. Дурень думкой богатей. Вот одно ЖД-полотно. Это все огрызки праздника. Видимо, тут стреляли, фейерверк. Ну, вон там, где знак стоит, как раз там можно было поворачивать направо и можно было пройти. Увы, сейчас этого сделать невозможно. Поворачиваемся. Вот 6-й городок. Впереди прямо уже можно увидеть КП. Извините, переезд через ЖД. Там стоит сейчас станция. Заторопился. Извините. Ну, теперь уже смело можно заканчивать наш видеоролик с участием 6-го городка. Как видите, пустых квартир мало, квартиры пользуются спросом, люди живут. Да, напоминаю, сегодня 4 января 2012 года, 10 часов утра, Алтыслагерь. Всех с Новым годом! Наступающим Рождеством Христовым. На этом я заканчиваю.
третий раз я уже это слово произнес. Да, уже 10 минут, по-моему, выбрали. Всем всего доброго, до новых встреч.